Что ж, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы с вами посмотрим видосик от Mystery Force. Странные вещи в играх, которые не должны были найти. Поехали смотреть. Всем привет, с вами я, Дима, и я по старинке решил сегодня рассказать о вещах, которые спрятаны в играх, но как будто бы не специально. То есть как будто бы этих вещей там и не должно быть. Так мы, по крайней мере, должны думать, по мнению разработчиков. Ролики, к слову, подобные вам очень нравятся, поэтому надеюсь, и этот зайдет. Но начну я с новенькой игры Road 96. Тут вам дают роль автостопщиков, чья цель — побег из страны, погрязшей в тирании. Поделена она на 6 частей, каждая из которых, ну, где-то по часу займет, может быть, даже меньше. И весь смак игры заключается в том, что персонажа вашего могут убить, могут посадить, а могут, ну, и ничего не сделать, и тогда вы успешно бегун из страны. Отдаленно, лично мне, это напомнило Firewatch. Кому-то покажется даже эпичнее, интереснее, так как тут смены персов происходит, и, следовательно, все куда более динамично. Не плюс шарю. Игра, так по что? Идее, реиграбельна, так как сюжет очень зависит от ваших решений. Даже элементы Прикольно. Окружения генерируются рандомно, чтобы вы понимали. Поэтому и эта заправка у вас может сгенерироваться, может не сгенерироваться, как и персонаж, за которого открывается эта локация, то есть у вас его может и не быть, но если все удачно совпало, вы сможете найти в сарае за заправкой рисунок радиовышки и бочек. Угу. Чуть позже бочки. Эту самую радиовышку и бочки можно найти, а еще можно заглянуть внутрь одной из бочек и заметить записку, гласящую, что если отойти от желтого знака на 10 шагов, мы найдем сокровище. И вы не поверите, есть Зайка. Тут и желтый знак, а значит и сокровище в 10 шагах от нас. Самое сложное теперь определиться, в каком направлении эти 10 шагов сделать, но все же это не так сложно, потому что, ну, это ж не 100 шагов. В общем, как только видим возможность копать, копаем. И вот, да. Видишь возможность копать, копай. Это ящик с предметом. Вот такая вот странная штука там будет лежать, но что это и что с этим на делать, похоже. Не ясно. Хотя некоторые, опираясь на название штуковины, делают вывод, Зеленая что это отсылка к квесту совы. Из реальной жизни. Он назывался «По следу золотой совы» и был создан писателем Максом Валентайном. Было это еще в далеком 1993 году, то есть около 30 лет назад, и тогда Валентайн опубликовал книгу загадок, которая должна была привести людей к месту захоронения золотой совы. Ожидалось, что найдут ее через пару месяцев, но вы охуеть, ее не нашли до сих пор. Сотни людей искали по всей Франции эту фигурку, но потерпели фиаско. А мы нашли! Ну, кто-то, кто играл, возможно, нашел. В 2009 году потерпел фиаско сам Валентайн, он скончался, и хуй теперь знает, когда все это вскроется. Может быть, в этом и был смысл пасхалки, я не знаю. Я лишь знаю, во что вы можете поиграть в этом месяце. Правильно, в Аркейдж. Аркейдж — это уникальная MMORPG, в которой вы сможете стать кем угодно. Грабителем, покорителем, приключений, сражаться. Например, в роли поддержки. В движении будете безумно против подозрительных личностей и разоблачаете храбрей. Поменяли и добавят вскоре. Игра постоянно поплатит, то очень скоро в свет. Сорян, я просто... И найдете ее не видела еще никого, по-моему. Очень скоро Поэтому в свет посмотреть выходит рекламу. Вторая часть Horizon. Одна из самых ожидаемых сейчас игр, которая выглядит просто шикарно и на которую мне по большей части похуй. Потому что я как лох не прошел первую часть. Пытался, причем не один раз, но как-то все не то. Как я себе говорю, это все из-за того, что ты, Дима, начал проходить ее сразу после Ведьмака. Лично для меня игры чем-то похожи, но в сравнении вы, думаю, понимаете, кто подсасывает. В итоге испорченные впечатления и кровь пыли в моей библиотеке игр сразу после покупки. И знаете, несмотря на то, что игра вышла 4 года назад, то в 2017 году, в ней все еще есть тайны, которые не разгаданы игроками. Может, кто не знал, но игра была создана на движке Death Stranding. Кодзима поделился своей технологией. Я, насколько знаю, внутри студии Sony это вполне нормальная практика — делиться технологиями. И знаю, как некого респекта, разработчики Horizon даже засунули в свою игру отсылки пасхалки на Death Stranding. С одной из них вот как раз таки можно сказать и связана загадка. Если кратко, в игре есть торговец, который может отдать вам таинственную коробку взамен на три коробка. Очень редких предмета. Найти их реально нелегко, встречаются они в финальных локациях игры, и все они отсылки к Death Stranding. Даже Bridge Baby тут есть. И вот, когда вы соберете все три безделушки, торговец отдаст вам взамен коробку с парочкой апгрейдов оружия и с носками. Да, именно с носками. Обожаю теплые носки. Я тут носки непонятно. Игроки даже спрашивали на форумах, что это значит, но в ответ они получили: Gorilla Games не собирается раскрывать информацию по этому поводу. Лично мое предположение: торговец зашифровался и попросил игроков просто отсать. То есть судите сами, вы бегали по всем локациям, собирали эти три вещи, а он вам такой: хочешь такс?
Кстати, насчет Ассаси, поговорим о Half-Life 3. Не знаю, насколько сильно ее все еще ждут, может быть, фанаты были хоть частично удовлетворены Half-Life Alyx, но все-таки думаю, это не совсем то, чего ожидали. Поэтому, как только вышла VR-игра, фанаты тут же стали вылизывать каждый уголок игры в поисках зацепок, загадок, намеков, наводок, знаков, символов, недомолвок, ну и прочего. Да, кое-что даже удалось даже найти. Это радиостанция. Вот что показалось игрокам странным. Радиостанция, которая, как указано в файлах игры, не зациклена на записи озвученных чисел. Генерируются они рандомно. Нашли также и второй радиоприемник. Он находится в отеле «Северная звезда». Если взять его в руки, он тут же вырубится. Было принято игроками решение отнести его в другое место с предположением, что там он заработает. Но не тут-то было. Как только выносишь его за пределы местности, игра вообще вылетает. Все это показалось подозрительным игрокам, учитывая, что Portal 2 в свое время была анонсирована ровно таким же образом, то есть с помощью радиоприемников, которые нужно было переносить из одного места в другое. Если мы берем опыт Portal, там радио добавили после релиза, так что и тут, возможно, когда-то добавят еще несколько приемников. Вопрос только в том, будет ли это правдой, то есть добавят ли что-то. А если добавят, то намек, какой именно игре будет, к Half-Life 3 или к Portal 3. Вот, это реально интересно. Еще одна игра с загадочными цифрами No Man's Sky. Игра с интересной довольно судьбой. Правда, судьба становится как-то все более обыденной в индустрии в последнее время. Куча обещаний до релиза, а потом суп с хуйцом. Если описать ситуацию в четырех словах: релиз, обсер, обновление, признание. Я скажу сразу честно, не играл. Но вроде как всем тем, кто сейчас играет, нравится. Для этого, конечно, вышла куча обновлений. И после 108-го обновления в игре стали замечать странную вещицу. 108. Напомню тем, кто не играл, No Man's Sky — это песочница, эдакий Майнкрафт в космосе с постоянной рандомной генерацией уровней. Поэтому трудно вообще сказать, где именно можно идти, где встретить можно вот этот вот редкий случай. Я говорю о космической станции, которую игроки случайно встречают среди 255 галактик. То есть, если приблизиться к этой станции, она подаст сигнал. Его можно как принять, так и отклонить. Принятие приведет к рандомным числам, но что они значат, это непонятно. Кто-то думает, что это отсылка к УВБ-76, к станции, о которой я уже говорил вот в этом выпуске. Она также дает рандомные звуки, иногда и отдельные фразы, и даже крики. Кто-то же думает, что это начало какой-то пасхалки. Тем не менее, разрабы не отвечают на этот вопрос, поэтому можно ожидать чего-то интересного. Или нет. В следующем году, если без сюрпризов, должен выйти новый Postal. От этой новости всплакнут лишь бумеры, пожалуй, однако полюбится скорее зумерам. Уже вышла демка, и она очень отличается от того, что было ранее. Во-первых, пиздец динамики, во-вторых, стеризация. Сейчас это скорее напоминает Doom, нежели старые игры Postal, хотя все старые приколы, пупки, отрыжки остались, и послать тоже можно кого-нибудь. Ну и да, в Steam сейчас бесплатная демка, которая представляет небольшой отрывок. Локация чисто отсылка к Nuketown из Колды, где можно найти старый заброшенный особняк. Внутри тайную комнату, в которой сосиска фиолетовая и платье Димитрески из Resident Evil. Да, тут нет никакой загадки, это просто пасхалка. Просто Dread X Collection 2 The Diving Bell. Что это такое, Дима, спросите вы? Это некий сборник хорроров, чтобы понятнее, в игре 12 разных хоррор-игр. Категории, не обращайте, пожалуйста, на это внимание, игру один человек делал. Но, как я считаю, любому низкосортному продукту можно поставить не ниже 7 баллов, если там есть вот такое. Ну а на этом все. Скоро, подумаю, выпустить ролик про еду. Вам зашел прошлый ролик. Он был не совсем про еду, но я подумал сделать про еду. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, если вам не хватает контента. Ну и пишите комментарии, мне это очень поможет. Всем спасибо, всем удачи и пока. Подождите-ка секундочку. Про еду, это которую он мукбан делал? Всем привет. Комбо аканий. Да-да-да, вот, король мукбана. Мукбанга. Я его посмотрела, но вне реакции. Просто посмотрела, чтобы посмотреть. Вот, а просто вот буквально пару секунд назад там был про почему детям нельзя показывать хоррор, а он говорит про еду, и у меня какой-то диссонант небольшой в голове, типа, вроде как это же не последний ролик, последний вроде был какой-то другой, и вообще никак, почему эти дети как-то связаны с едой, что? Вот у меня был диссонанс, поэтому нужно было проверить. В общем, у него ролик до вот этого, который мы сейчас смотрели, был странный мульт о еде, его разбор. В общем, ребят, спасибо огромное за просмотр. Тут были игры, о которых я практически не слышала.
Вот, а большинство игр, о которых я не слышала, было несколько игр, о которых я слышала, о которых я знаю, в которые я, в принципе, видела, вот, но по большей части которых вообще ни сном, ни духом. Вот. Но, как бы, да, будет интересно почитать в комментариях, играли ли вы в эти игры. И да, все. Пока-пока-пока!